Ребята, пассатоводы, всем привет. Не знаю, понадобится кому-нибудь такая запчасть или нет, но все-таки решил вам о ней рассказать и выложить. Посмотрим. Вот. Это защита ремня безопасности от попадания в ремень безопасности проводов, которые идут в заднюю дверь. То есть провода вот здесь вот проходят за этой штучкой. А здесь вот уже бегает ремешок. И он здесь, как бы, вот по этой елозит иногда. Вот. И тем самым не дает отсюда проводам касаться ремня безопасности. Ремень безопасности их не перетирает, когда туда-сюда бегает. Вот. И тем самым провода ходят дольше, ремешок ходит дольше, не клинит, не пачкается. Также это девайс защищает от пыли, которая идет с короба, поднимается. Хоть как ни крути, но она оттуда поднимается. В общем, вот такая вот маленькая защитка на левую стойку. На правую она не подойдет, на правую идет своя, а это именно на левую стойку. Буковка L. Каталожный номер. Вот видите. Она оригинальная. Если кому-то она нужна, цена ее в описании видео. Она есть в наличии. Спрашивать, интересуйтесь, если что. Если она вам понадобится, то отправлю. В общем, вот такие вот дела. У меня много разных мелких интересных запчастей, которые, в принципе, нигде не найти. Поэтому интересуйтесь. Подскажу, расскажу, скину ссылку на видео. Посмотрите, если захотите, приобретете. В общем, читайте, пишите, спрашивайте. А на этом всем добра, всем пока и всем удачи.